Всем привет и добро пожаловать на Free Fire Road to Buya. Шоу-турнир, где стримеры и профессиональные игроки устроят поистине зрелищную битву. В этом видеоролике мы расскажем все, что необходимо знать о турнире, как он проходит, кто принимает участие и как начисляются очки. Готовы? Поехали! Итак, в турнире принимает участие 96 игроков, 24 из которых — стримеры, а остальные 72 — профессиональные игроки. Каждый стример представляет собой команду и путем жеребьевки набирает к себе по одному проигроку до тех пор, пока не образуется сквад из 4 человек. Также случайным образом 24 команды делятся на две группы и начинают зарабатывать очки в групповых этапах. Очки начисляются следующим образом. Команда, занявшая первое место, получает 20 очков. Второе — 17. Третье — 15. И так по убыванию до 12 места, которое не получает очков в принципе. Дополнительные 2 очка команда получает за каждый сделанный килл. Групповой этап состоит из 7 игр на картах Бермуда, Калахари или Чистилище. Победу одерживает команда, которая первая завершит Road to Buya. В свою очередь, для достижения Road to Buya надо выполнить следующие условия. Команде необходимо сначала набрать 50 очков и заработать буя, иными словами, выиграть карту. Если же по истечению 6 игр этапа победитель не выявлен, то команда, достигшая буя в 7-й игре, автоматически выигрывает этап. По окончанию стадии группового этапа первые 6 команд из каждой группы выходят в финал. Подобным образом определяется победитель финала, который становится обладателем титула чемпиона шоу-турнира Free Fire Road to Buya. Так что в период с 12 августа по 6 сентября присоединяйся к трансляции, болей за своего кумира и забирай крутые подарки для зрителей. Увидимся!